Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор набора чехлов для оптики с сайта gearbest.com. Набор из 4 неопреновых сумочек для объективов. Поставляются в обычном целлофановом пакете. Вот такой комплект из 4 мешочков. Выполнены они все достаточно качественно. Плотный такой неопрен, аккуратный пошив. Немножко торчат ниточки на конце шва, ну, поджечь их никаких проблем нету. Есть карабинчик для того, чтобы подвесить где-то его за сумку. Есть также поясная петля. Верх мешочка утягивается на веревочку с пастексом. Конец веревочки кое-где плохо обожжен. И, возможно, необходимо заменить его на паракорд. В комплекте 4 мешочка. Давайте померяем их габариты. Самый маленький высотой от нижнего шва будем мерять и до верхней затяжки 10 сантиметров. Второй по высоте 13,5. Третий 18,5. И четвертый, самый большой, где-то 22-23 сантиметра. Для наглядности я заполнил 3 чехольчиком. Самый большой у меня не заполненный, потому что даже мой телеобъектив занимает всего 2/3 его высоты. То есть самый большой, мне кажется, для объективов типа 70-200 миллиметров светосильных. Вот третий по величине чехольчик. В нем находится сейчас объектив 55-300. Аналоги его — это 70-300, которые без проблем влезут в такой чехол. Вот в таком виде чехол закрывается и объектив в нем находится. Следующий с фиксом макрообъективом Tamron 90. То есть вот влазит без проблем в него. Утягивается и закрывается, защищает объектив. И третий для полтинника, какого-то фишая может быть. 35 мм в данном случае. Вот также очень хорошо помещается в такой чехол. За свою цену отличное приобретение. Для чего нужны такие чехлы? Это если вам нет возможности брать целый фоторюкзак. Вы берете такой чехол, ложите в него объектив и где-то среди вещей засовываете в рюкзак. Объектив будет защищен. Также неопрен дает довольно неплохую влагозащищенность, если вещи промокнут. Крепление на пояс, можете подвесить его, если вы куда-то идете. Минимальный вес, габариты и довольно неплохая цена за 4 чехольчика сразу. Отдельно еще можно добавить, что в таких чехлах можно перевозить, транспортировать фотовспышку, положить сюда запасные аккумуляторы, зарядное устройство. То есть очень неплохое универсальное решение. Вот на большом чехле, как мы видим, шов может быть немножко перетянут в одном месте, но в целом все очень аккуратно и неплохо сделано. Чехлы из неопрена с сайта gearbest.com. На этом все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.